На сессии были внесены изменения в бюджет нынешнего года. Доходы казны к концу 2016 года увеличились в целом на 11% или на 280 миллионов рублей. Основная часть этих денег пойдет на здравоохранение и культуру. Часть из них выделяется на развитие национального телевидения и национального радио Чувашии. Как мы уже сообщали, правительство республики решило выделить национальному телевидению и радио Чувашии 26 миллионов рублей. Они предназначены для организации спутникового вещания на территории Чувашии и России. Ожидается, что весной будущего года наш эфир смогут смотреть в деревнях и селах республики, где нет кабельного телевидения, а также жителям европейской части страны. Сегодня депутаты поддержали предложение правительства. Я хочу вспомнить историю десятилетней давности, когда был я региональным министром культуры и, соответственно, являлся членом коллегии федерального министерства, мы принимали программу развития цифрового телевидения в целом по стране. И эти вопросы начали возникать ровно 10 лет назад. То, что сегодня это уже реализуется, ну, я думаю, это большое счастье для сельского населения, прежде всего, которое канала не имеет, и которое всегда нас, депутатов, спрашивает, когда, когда. Мы говорим весной. Это большое счастье.